хочешь управлять стихией природы? Тогда это видео для тебя. Оставайся со мной. Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как можно управлять стихией природы. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наши видео, или обычная камера, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Заходим в обычную камеру, переворачиваем камеру, включаем видео, ставим телефон на штатив. И берем наш зонтик. Теперь включаем видео и снимаем то, что мы пробуем на руку наши капли. Высовываем руку с-под зонтика. Делаем так, чтобы наши капли капали на нашу руку. Потом резко поднимаем руку наверх. Плавно выводим вперед. И резко опускаем вниз. Снимем это несколько раз. Ребята, посмотрите, как колышет мой телефон ветер. Ну вот, я сняла, теперь выключаем наше видео. Положим зонтик и теперь выходим. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы сняли. Теперь обрежем лишние части. Там, где я уже опустила руку и подхожу к камере. Вот где-то здесь. И вначале тоже обрежем ненужную часть. Теперь нажимаем слой, мультимедиа, все. И добавляем наше видео на зеленом фоне, наш дождик. И обрежем ненужные части. И теперь подстраиваем там, где он капает и заканчивается. Обрезаем. И ищем там, где он замирает и двигается вперед. Посередине обрезаем ненужную часть. Подвигаем. И в конце тоже обрезаем ненужную часть. Теперь выделяем наш слой. Включаем хромакей. И теперь подстраиваем так, чтобы было видно наш дождик. Можно нажать на кривая контраста и тоже подстроить. Следующий дождик тоже включим хромакей и подстроим. Теперь выбираем первый слой и нажимаем на фильтры. Выбираем черный и белый, так чтобы наши капли были похожи на настоящие, а не зеленые. Также делаем со вторым слоем фильтры и черно-белый. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень круто, только мы в конце немного обрежем там, где я уже опуская руку, мы продублируем наш дождик и вставим его в конец. И обрежем ненужную часть. И теперь дублируем наш дождик.
выделяем наш слой первый, нажимаем на три точечки и выбираем дублировать. Тащим наш продублированный слой в конец и обрезаем ненужную часть. Вот и все. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все. Наше видео сохранилось. А для вашего удобства я добавлю капли и дождик на хромакее в конце видео. Мне в голову пришла такая классная идейка, и сейчас я вам ее покажу. Мы удаляем в конце наш дождик, разрезаем в том месте, там, где я подняла руку. Выделяем наш последний слой, нажимаем выражение и нажимаем кольцо. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Но сначала подвинем наши капли немного к дождю, так чтобы наш дождь не исчезал. И в конце увеличим наш слой. Я тут случайно немножко не в том месте разрезала. Значит, разрежем в том месте, там, где я полностью уже выставила руку. И маленький кусочек посерединке мы выражение поставим на нет. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот и все. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео экспортируется. Вау, у тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера! Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик! На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.